В Московской области стартовали летние работы по благоустройству. Особое внимание уделяется благоустройству дворов. Губернатор Подмосковья поручил правительству региона и главам округов проконтролировать работы. В растущем регионе инфраструктура должна соответствовать тому, что ждет человек, чтобы жизнь была комфортной, удобной. Это непростая задача, но очень интересная. В этом году в Одинцовском округе планируется модернизировать и построить порядка 60 объектов, в их числе детские площадки и зоны воркаута. Более 50 из них выполнят в рамках программы по благоустройству дворовых территорий. В модернизацию войдет замена покрытия, войдет в модернизацию замена элементов, установка лавочек, мафов. Все то, что необходимо для соблюдения норматива. Адреса благоустройства определены, но все работы будут согласованы с жителями. В рамках губернаторской программы по обновлению детских площадок горожане смогут определить и тематику будущего объекта. Одна из них находится у дома 26 по улице Говорова. Николай часто приходит сюда вместе с сыном Ромой. В числе плюсов – удобное расположение и множество зеленых насаждений. Но ДИП уже давно требует обновления. В первую очередь, конечно, хотелось бы покрытие на землю безопасное, потому что здесь сейчас кочки, неровности, дети постоянно спотыкаются, падают. Новые качели, карусели, потому что эти уже очень старые, половина из них не работает. И песочницу побольше, потому что здесь полно детей, здесь много и мам, и детей, и семей с детьми. Всего в этом году по губернаторской программе в округе установят 9 детских площадок. Помимо современного прорезиненного покрытия и развивающих игровых элементов, каждую оснастят системой видеонаблюдения и подключат к безопасному региону. Екатерина Крамер, Олег Мещерский, телекомпания «Одинцово».